Запись. Всем привет! Меня зовут Наталья Невзорова, я золотой директор компании Oriflame. Сегодня в нашем офисе в городе Котлас на Луначарского 10 проходит уникальная акция, которая называется «Обменяй старое на новое». Вообще акция у нас оказалась, пользуется огромным спросом, потому что вот у нас там есть столик, потом мы его снимем, и там приносят продукцию других косметических компаний, используют продукцию уже нашей компании. Каким образом проходит акция? К нам приходит гость, приносит бутылочку, использованную из-под другого косметического средства, и заполняет небольшую анкету. В анкете написано несколько вопросов. Нравится ли вам получать подарки? Хотели бы вы получать информацию о подарочных акциях, так как мы их очень много проводим, в различных конкурсах. Очень много распродаж у нас компания Oriflame проводит. Есть ли у вас дисконтная карта Oriflame? Вот она выглядит таким образом. И мы просим указать любой контактный адрес электронный или телефон, для того, чтобы мы могли посылать информацию о распродажах и о подарочных акциях. Потом гость выбирает лотерейный билет, да, то есть они, видите, все пронумерованы у нас, лотерейные билеты. Вот у нас уже столько человек получило подарки. Вот смотрите, видите, уже сколько приходило людей, уже получило подарки. И по лотерейному билету, по номеру, например, вот номер 45, здесь есть список. По списку гость выбирает, что ему попало в подарок. 45 крем для рук получается. И из этой корзинки мы выбираем подарок крем для рук и вручаем его гостю. А также мы рассказываем о тех акциях, которые сейчас проводятся в компании. Вручаем в подарок вот такие буклеты, где рассказывается о всех акциях, которые сейчас, в настоящее время, летом проводит компания Oriflame. Ну и есть у нас гости, которые захотели сегодня оформить дисконтную карту, потому что только сегодня она оформляется до 0 часов бесплатно. Наверное, это сделано в честь Дня города? Да, потому что вот сейчас, если мы посмотрим за окно, то у нас вся улица заполнена людьми, люди гуляют, потому что улица Луначарского – это одна из старейших улиц города Котласа. И здесь очень много сегодня торговых рядов, выставок, ретро-выставок. И вот сейчас давай посмотрим столик, где у нас принесли продукцию, чтобы мы были не голословны. Да, то есть это вот все пустые флаконы, использованные флаконы других косметических компаний. Есть вот наши кремы, видите, как любят наши кремы, да, что все вот подмазано до, тоже пустой вот тюбик. Поэтому вот это то, что сегодня принесли нам люди в обмен вот на эту замечательную корзинку с продукцией. И ВКонтакте уже мы разместили фотоотчеты о том, что есть люди, которые уже выиграли крупные подарки. И вот есть туалетная вода, самый крупный подарок из этой корзинки. Интересно, кому же она сегодня достанется. А мы приглашаем в наш офис для того, чтобы вы могли оформить дисконтную карту, для того, чтобы вы могли выбрать для себя продукцию, протестировать туалетные воды, которые здесь вы видите, потому что любую туалетную воду можно здесь попробовать. И также мы подберем для вас любые косметические средства по уходу за лицом, за телом, за волосами, то есть все, что вы пожелаете.